В этом году праздник пройдет в режиме онлайн. Министерство образования и науки РСО «Алания» запустило онлайн-конкурс детского рисунка «Счастливое детство». В нем могут принять участие школьники в возрасте от 6 до 12 лет. Ребята могут разместить в социальных сетях с хэштегом РСО «Счастливое детство» рисунки, аппликации или фотографии, посвященные детскому празднику. В конкурсе три номинации – рисунок, декоративно-прикладное творчество и фотография. Подведение итогов состоится 4 июня. Жюри определит победителей и призеров, которые будут награждены дипломами, а остальные конкурсанты – сертификатами участника.